Акустика. JBL модель R82. Производство США. Двухполосная. С фазоинвертором спереди. В очень хорошем состоянии. Грили все целые, без затяжек. Надписи все есть. Вот, все крепления на месте. Четыре фишки. Значит, динамики без ремонтов. Звучит великолепно. Бас для любителей рока присутствует. Модели идут одна за одной. Здесь 1488 и 10489. Говорит, это очень хорошо, что они собирались в одно время на одном заводе, на одной фабрике. Вот. Значит, они сопротивлением, значит, подходят для усилителей не мощностью, а сопротивлением от 4 до 8 Ом. Вот мощность у них где-то 120 ватт, подводимая усилителем. Ну, слушаем, значит, будем слушать Def Leppard. Включаем. Где-то там загрузка. Вот загрузочка поехала. Do you want to get right? Let's get right.
Хорошо. Звучит акустика. Тяжелые, килограмм по 16,5, по 17 каждая. Углы все целые. Грили тоже. Вот так вот она будет выглядеть в закрытом состоянии. Упаль. Упаль гриль. Так, на этом все.